Прекрасный звук. Птички поют. Солнышко светит. Радиация вокруг. Всем привет, меня зовут Виталий. Вы смотрите «5 растений против зомби». Герои. Герои. Ну что, продолжаем прохождение. Так, ну что, кем мы будем сегодня проходить? Я думаю, наверное, мы будем проходить растения. Так выпало сегодня. Посмотрим, что мы тут можем изменить. О, отлично. У нас появилась массушечка. Вот массушечку мы сейчас и уберем. Вот мы убираем вот этого. Блин, не знаю, убирать его. Даже не знаю. Массушка очень хороша. Очень хороша. Угу. Вот этот за 2 нам дает карту, если не ошибаюсь, да? А, минимум 6. А, чушь. Все, нет. Это на 6-м ходу карту вытаскивать. Не-не-не. Будем считать так. Вот это тоже неплохая штуковина. Неплохая штука. Надо подумать, куда ее запихнуть. Она вообще, по-моему, стандартом она дается, когда ты играешь то ли за орех, то ли какую-то хрень. Так, так, так. Немножечко микрофон поправим. По-моему, да. По-моему, она дается, когда за орех играешь. Ну что, даже не знаю. Так, эти цветки мы убрали, да, беспонтовые. Блин, вот этого хочется одного поставить сейчас. Потому что дальше будет хуже. Может, давайте солнышко уберем одно. Попробуем. Мы уже убрали одного этого. Да, давайте уберем солнышко, возьмем. Возьмем остальное. Поехали. Сейчас просто, видите, босс будет такой не очень приятный. Зомбас хочет создать армию зомби-ботов. Ля-ля-та-па-ля. Все очень красиво, прикольно, поехали. The Match. Не перевели, слава богу. А то бы назвали как-нибудь. Хорошо, хоть не догадались перевести. Вытяните новые или ставьте стартовые. Четверочку уберем. Пятерочку уберем. Не убрали ни хрена. Ну, все. Действительно. Винни-Пух. Да, тут надо подумать. Ладно, он так. Тут понятное дело, что только так, но надо... Надо остальным подумать, а что это за фигня? Он нам 3 дал. Троечку походить можем. 1-2. 1-2-1-2. А, у него больше нечем ходить, он сейчас 5-ку в лицо получит. Ну, я ошибался, иногда 5-3 все-таки интересно. Раз 5-ку. А еще 3 жизни, его не просто так не убьешь. Вообще шикарно, шикардос. Смотрите, что можно сделать. О, прикольно, смотрите, вот так раз. Действительно. А еще вот этот пойдет отдохнуть. И мы еще 5-ку в лицо ему выдали. Отлично. Вот
Ого, 3-4 это уже серьезно. Блин, 3-4 вообще читерская за 4. Да считай 3-5. Вот это жесть. И как нам его убить? Не, нам его не надо убивать, нам нужно. Нам нужно лицо пробивать. Да. Пробиваем лицо. Так, 6 урона, и на следующий ход мы можем 3 урона еще ему дать. Отлично. Посмотрим. Так, смотрим, смотрим. Четыре один. Он сколько там? Что-то не вижу. Раз, три или четыре. Раз, два, три. Да, похоже, три. То есть он может щит зарядить. Если он не заряжает щит, то у него 4 остается. Этот же бой. Ну, на чем мы паримся? Заряжает щит. 3 урона. А потом двойка добиваем. Все, свободен. Выиграли. Наплевать вообще. Вообще наплевать. Лишь бы щит не зарядился. Сволочь. Зарядился. Вот же западло. Ага, еще сейчас выстрелит все. Благо не попал. Давай нам еще одну ягоду, и он пойдет отдыхать. Не хочет. Ну посмотрим. Если не протупит. Ну, переместить растение, это куда он? Ему на 6-2 надо перемещать. Да. А что, сразу нельзя было ради того, чтобы карту взять? Ради того, чтобы карту взять, ну. Блин. Неужели мы выдули? Представляете? Один урона. Не хватило. Жесть. Да. Ну что, бывает и такое бывает. Называется, не зашло немного. Ну, откровенно говоря, реально не зашло. Простите, еще 6-1 солнца чего-то там. Так, посмотрим, что мне там не нравится. Мне не нравится... Вообще-то у него вот эта штука сейчас мне не нужна. Она нужна будет против маленьких. Правда, уничтожителя ни одного не было. Шучу, париться-то. Эта штука была грибов. Убирать грибов. Давайте уберем грибов, наверное. Да. Опять маны, 5 урона. Уничтожитель лучше, он уничтожает сразу. Хотя 5 урона можно герою нанести. Оп. Да, давай, убираем, поставим. Утяжеляем колоду. Блин, ну за 2-2-1 такая чушь. Такая. Просто жесть, какая чушь за 2-2-1. Вот если 6 произвел, да-да-да. А так, это беспонт. До 6 еще доживи. Ладно, оставляем так, поехали.
О, эта шняшка нам не нужна. За 4-3-4 нам не нужно. Усилитель не нужен. О, нужно, пойдет. Отлично. О, пошло. Нормально, нормально. Это мне нравится. Смотрите. Делаем так. Делай раз. Лишь бы он не убил. От танцовщиков? Какого хрена по танцовщиков? Ну вы вообще... Блин, вот это читерский типок. Армрейслер — это жесть. Хрен чем убьешь. Блин. На следующем ходу у нас будет 3, если убьют у нас этого. Да? Все равно надо убивать. Угу. Угу. Ну да, тут только так. Больше не вижу никаких вариантов. Вариантов нет. Было бы сейчас 4, мы могли бы так расплодиться. Но придется плодиться чем, тем, что есть. Жадничать нет, не, жадничать нельзя. Плюс один сюда. Зарядочку оставим, оставим. Можно было пожадничать, 2 единицы урона. Пожадничать, поставить 1-1. На следующий ход только выставится. Ну, он бы распинал бы всех моих, так что... Не вижу большого смысла. Ну, усилитель. 2-1, 4-1. Да. Угу. Растение получает плюс 2. Толку пока что в этих плюс 2 ни хрена нет. Ладно, выставляемся по максимуму, запалил. Блин, что-то он вообще какой-то жесткий. Неожиданно жесткий тип. Да пофиг вообще. Хоть сюда, хоть туда. Давай, давай. Давай, 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 наяривай. Так. Блин, у него 5. Короче, идем ва-банк, как говорится. Карт нет, нихера нет. Уязвимость вонючая. А четверка сейчас самой еще щит зарядит. Шикарно просто. А сейчас он еще всех этих убьет, и можно сдаваться. Нельзя, потому что нужно 2-3 убивать. А 2-3 я убью только... Вообще ничем не убью. Так. Надо его вынуждать тратить карты. Любыми способами. Так как у нас карт нету, а нам блок надо... А как? Что у нас? 15 блока у нас... До блока, как еще до, как еще как до звезды. Давай, ладно, посмотрим. 4. 5. Посмотрим. Он перемещает растение. Пока не интересно. Еще карту вытянул. Ну, 5 урона.
2-1 живой. Да. Где мои 5 урона? О-о-о. Очень плохо. Где мои тыквы? Давай тыквы. Где моя тыква? Ни одной тыквы не выпало. Вторая игра, и ни одной не выпало тыквы. Что это за западло? Ну это он уже поддается. Он бы мог 4-1 сейчас убить. Хотя смысл. Да, смысла не было. 4-1. Только что тот нанес бы урон. Приз. Где мой приз? Давайте мне стандартных карт. Блин, еще одну. Быстренько стандартные карты. У меня нехватка стандартных карт. Чушь. Подснежник вообще чушь. Это вообще карта, которая дается на халяву. Зомби-разбойник на дроби. Плюс 1-1 при нанесении за 2. Стон 2. С бафами. Шикарно. А кто он тут? Маска. То есть его можно этому супер... мозгу дать. Отлично. Ну это потом. Попозжа. Че, только одного выиграли? Блин. Супермозг. Смотрим. Ну этот по-любому, вишню по-любому, или как она, малина, что тут. Пойдет. О, неплохо. Да. Шутки за 100. Да. Чё, дать ему подзарядки? Так, что это у нас? Это у нас минус 1-1. Если мы ему сейчас дадим подзарядку, то... Ну, во-первых, мы избежим одного урона. Во-вторых... Не вижу смысла. Он может походить еще какой-нибудь шнягой мелкой, которая нам будет полезно. Но на следующий ход мы сможем один грибочек поставить. Пусть. Пока что начало, пока это не так страшно. Пока что все нормально. О, где ж ты был? На прошлом бы боссе ты бы мне понадобилось. Ну вот, что и требовалось доказать. Ни хрена не требовалось. Подождать еще. Можно всю жизнь ждать. Так, у него 0. То есть мы по-любому можем ему 4 урона сейчас дать. Все, нолик, это 4 урона в лицо, меня устроит. Правда, и мне 4 урона прилетело, но... Но... Есть шанс, вот этот шанс я и ждал. Очень качественный шанс. У него две этих и две тех. Будем жадничать. Он сейчас на 4-1 сагрится. Да, сагрился. Правда, 2-3 дохнет, и 1-1 мы сейчас раскачаем. Он нам почти среди. Ой, вы меня балуете. Но я все равно жадный. Если мы сейчас играем этих двух, то этот станет 3-3, и один из этих чуваков тоже будет 3-3, а другой будет 2-2. Если я сыграю сейчас вот эту хрень, а потом это, у нас будут все 2-2.
Правда, это не важно. Потому что у него все равно... Ладно, пойдем по нарастающей. Потому что... Я не помню, сколько урона наносит жопошник. Он высирает эти две карты или что? Вот, видите. О, а как это так? Поддаваться решил. Не-не-не. Блин, знал бы. Оставил бы одного усилка. О, смотрите, какая халява. Так, что будем делать? Можно уничтожить 2-2. У него 3 маны. Давайте его вынуждать уничтожать. 2-2. 4-1 мы все равно еще успеем убить. А вот 2-4 неприятная фигня. Тем более, что он сейчас тоже станет 2-1. И мы его убьем вишенкой. Или виноградом, блин, вишенкой. Перемещает, наносит бонусную атаку. А куда? Ага, это было больно. Смотрите, какая читерская хрень. Раз на 4, еще раз на 4. Ну, бывает, бывает. Жалко. Поехали далее. Колоды пока что слабенькие. Ух ты. Мы ее поменяем. Поменяли ее. Пипеки. Ладно. Давай, если подсолнух не убьешь, будем думать. Да-да-да, птица самолет, молодец. Давай, не убивай подсолнуха и будем играть дальше. Замечательно. Ух ты, тоже неплохо. Мы жадничать сейчас особо не будем. Защищать будем. Или так защищать. Сейчас подумаем. Если здесь оставляю, у нас следующий ход будет. Четыре. А что я за 4 сыграю? Ничего. Потому защитим урон. Если был бы смысл за 4 что-то играть, тогда бы да. А так. Ну вот видите. То и требовалось доказать. Отлично. Еще разочек усиливаем. Астронавты пока что не удел. Хотя, конечно, урона было бы много, если бы он туда не ставил. Так. А вот сейчас играть-то нечего. По темпухе мы слетаем. Растение героя пирата. Но он-то 3-1 сейчас ударит. Ну что, раскатаем мы его, нет? Раскатываем. Просто в хлам. Все. Это самая быстрая победа. Ух ты, и нам 20-ку дали.
4 зомби при помощи приемов. Зомби, понятно. Поехали. Качу. Поехали, поехали. Второй или третий раунд. Что я подзабыл. Третий, по-моему. О, опять этот заборный. Так, пятерки обмениваем. Оставляем. Куда единиц до хера? О. Шампиньончиков дали. Ну, если шампиньоны сейчас выпадут на нормальном этом. Ну, повезло. Поехали. Один. Хорошо, зашел. Так. Приемами мы будем убивать зомби. У нас там по заданию это. Два урона все равно нанесли. Блин, тут гриба не добавили, но очень удачное решение. Анимация такая прикольная была только что. Только что. Вот и что. У него 3. То есть, скорее всего, этот был за 3. Короче, антигероем будем пробовать. Носинус. Да. Неприятно, неприятно. Ну вот это конкретно неприятно. Вот этого чувака надо его только так и убивать. По-другому его не убьешь. Жалко, ходить больше нечем. Эх. Жалко. Неуязвимость. Ну, правда, не убьет нашего чувачка, но... Еще щит зарядили, ну, молодец, спасибо. Да, да, ну сейчас он раскатал. Вот и до свидания. Да. Очень неприятная способность. И выставился, да? Блин, и у меня масухи нету, сейчас вот этих бы нагнул. Какой кошмар, какой кошмар. 3, да? Не знаю даже. Но надо вот этого убить. 2-3. Ну, 2-3, в принципе, мы убьем четверкой. Ну, тогда мы 5 урона в лицо получаем. Правда, нам зарядят щит. Наверное, мы сейчас так и сделаем. Вдруг там ягода вылезет. Все карты, он все свои карты потратил у нас. Это уже явно не облегченный. А вот и зарядочка. Ой, отлично. Повезло-то как. Главное вот армрестлера убить. Очень опасный типок. Два-один. Блин.
Давай делаем так. Два урона. Но потом у нас 4-1, или может быть хоть что-нибудь вылезет полезное. Эти два живых останутся, вот что хорошо. Полезное, конечно. Вообще полезное хоть что-нибудь будет. Так, ладно. Это вот сюда, значит, сейчас пойдет. Урон уменьшаем. Путем единички. Пятерку оставляем, потому что у него там может быть какая-нибудь жопа. А куда он его переместит? На воду? Ого. Вот это было круто. А, способность. Это было очень неприятно. Блин, и говно за единицу воды. Вот из-за чего я не люблю. Реально, куча дерьма за единицу. И он выставляет тоже единичное барахло. Я даже тратить не буду на него. Сейчас он как будто знает мои карты. Он сейчас поставит какую-нибудь тяжелую дрянь и все. А так мы его нет-нет колупаем. О, ну, хоть что-то вытащилось. Блин, ромашек надо, больше ромашек. Больше, нужно больше, больше ромашек. Все, свободен. Ну, щит сейчас зарядим, конечно. Вот он, щит. Но это уже не так важно. Все, вылечились, залечились, все. Что там у тебя за карты остались, интересно? Ладно. Хоть кто-нибудь ему на один урон нанесет. Я уже думал, опять 5% сработают. Тут 5% шанс, такой, такая подстава. Так. Поехали далее. Сейчас у нас кабачок идет какой-то, не знаю, в Америке что, кабачки какие-то мутанты, что это кабачок или это груша или я не знаю, у нас в России кабачки, таких кабачков не бывает. Кабачок больше тыква не доделанная. Ладно, нам он не нужен. О, далее. Я вот по этой штуке на самом деле злая ягода. Я всегда сомневался. Потому что, ну, вроде бы усиливает. Правда, с 1-1 может нам хорошо помочь продавить. Да, не будем пока никуда. Там же. О, опять. Дали хорошую штучку. Плюс 1 до конца игры. Он переодевается неспешно, но бьет сильно, когда его друзья Гаргантюа выйдут на поле, придется несладко. Изначально у него, по-моему, нету Гаргантюа, когда тебе дают этого героя. 2-1. Уменьшаем урон. Идем по темпухе, в следующий раз будет 3. Чё, всё? Молодец. Видите, у нас 3, у него 2. Опять мне этот кабачок дали. Я думаю, он там за 2 что-то выставил. Поэтому будем продавливать его антигероем. Вот это вообще читер. Ну, не читерский, но неприятная хрень, я помню. Хорошо не убьет их, это да.
подумать. Очень сложно. Посмотрите, мне вот два мозга осталось. Это неприятно. Но мы убираем, конечно, чтобы этот сдох один. У него там уничтожитель может быть. Но мы как минимум разведем его на уничтожитель. Так что есть смысл. А если у него уничтожителя нет, ну вот, развели. А вот это уже неприятно. Это тоже трата карт, трата денег. Что он тоже вздыхает. Ну, а мы продолжаем ему наяривать. А вот это неприятно. Но я ничего сделать все равно не мог. Кабачок тратить на эту шнягу. Я сейчас еще поставлю наших друзей и одну ромашку. И все, и буду в шоколаде. О, в шоколаде я не буду. Ну ладно. Кабачок нам точно так же поможет. Вот кабачок хорошо тратить на вообще вот то, что надо. Блин, еще один, но больше кабачков у меня нет, чувак. А что там, одни эти остались? Это плохо. Что, усиливаем? Ну да, усилить есть смысл. Три, да? Три, пять. Есть смысл даже усилить где-нибудь тут. Подожди, блин, два заряда, да? Неизвестно, сколько там зарядов будет. Ну, два раза три не должно выскочить. Ладно. Блин, усилил, ёперный щитовод, сука. Щитовод мне в задницу. И он еще сейчас мне наярит. Это вот из меня, конечно, вообще. Олень, а не щитовод я. Ну, блин, он его убьет. Подожди, он его если убьет. Три, да, три, три, два. Усиливать будем. 5, да? Посмотрим. Эх, посмотрим, чем это все закончится. Ну, надо же. Пёрочка по жопе. 5-0. До свидания. Да, ягода затащила, затащила. Не ждал, что ягода затащит. Нам 25, но я дали еще. Прочих должны нанести 9 единиц урона зомби-героям. Блин, мы уже давно это сделали. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. До встречи в следующей серии. Будем проходить босса. Посмотрим, что он может, что он не может. Всем спасибо. Удачи!